Наши беременяшки, а также будущие мамочки, мы хотим сделать небольшой обзор на нашу готовую сумочку в роддом за 5000 сомов. При покупке нашей акционной сумочки вы вот такое вот классное гнездышко 3 в одном получаете в подарок. В комплект входит само гнездо, оно идет двухстороннее. Также идет одеялко на резиночке, можно использовать на выписку, и ортопедическая подушечка для малыша. Начнем наш обзор с косметики. Итак, в состав сумочки у нас входят гигиенически влажные салфетки для мамы и малыша, также прокладки для мамочки, ухочистки с ограничителем, ватные диски, также подгузники. Подгузники у нас в сумку входят либо от бренда Элибель, а также от бренда Хаггис. Имеется жидкое мыло в роддом, также имеется бутылочка и сосочка, полотенце 2 рулона, лактационные вкладыши. В сумочке также входит гигиена для мамочки. Это 2 взрослых подгузника и 2 одноразовые пеленочки. Также электронный термометр для малыша и ножнички. Делаем обзор на одежду для малыша, которая входит в нашу акционную сумочку. Итак, в комплект у нас входит 2 кофточки, верхние на клепочках, очень удобные. Также 2 распашонки с закрытыми ручками. Вот с такими вот ручками. Здесь имеются антицарапки. Также 2 шапочки. Это чепчик и верхняя шапочка без завязочек. 2 ползуночков для малыша на широкой резинке. Также слипик с закрытыми ручками и ножками. И 3 пары пеленочек по сезону. Также в комплект у нас входят антицарапки и 3 пары пеленочек.